Более 20 тысяч американской вакцины Moderna ожидает Одесса на этой неделе. Партия предоставлена правительством США в рамках глобальной инициативы COVAX. Вакцина зарегистрирована в 50 странах мира, США, Великобритании, Канаде и странах ЕС. Для того, чтобы получить иммунитет, человеку нужно дважды ввести препарат с интервалом в 28 дней. Одним флаконом. После распаковки можно привить 15 человек, поэтому вакцина будет использоваться для прививки организованных коллективов, где хотят вакцинироваться 50 и более желающих. Более того, глава городского департамента здравоохранения отметил, что в Одессе и области увеличат количество центров вакцинации от коронавируса. Их должно быть не менее 15. На данный момент для одесситов доступны вакцины Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.